Пешеходы спешат по своим делам и зачастую не обращают внимания на установленные дорожные знаки. Переходят проезжую часть, где придется. Халатное отношение нередко становится причиной аварий. В настоящее время у нас стабилизировалась общая остановка с аварийностью в городе-курорте Анапа. Но наряду с этим все равно происходит рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Люди сейчас суетятся, посещают рынки, магазины различные. Вот, то есть повыходили на улицу, и движение пешеходов увеличилось. В усиленном режиме патрулируются оживленные перекрестки вблизи рынков и общественных мест. Даже ребенку понятно, что переходить дорогу нужно в специально установленных местах. А водителям стоит быть внимательнее и при движении уступать преимущество пешеходам. За предыдущее проводимое мероприятие «Пешеход» сотрудниками отдела ГИБДД по городу Анапа было составлено 124 административных материала на пешеходов, которые нарушали права дорожного движения, и 48 материалов на водителей, которые не предоставляли преимущества движения пешеходов. Всего за 5 дней операции рекорд нарушений уже побит. Нарушителей пешеходов выявлено 126, и 41 протокол об административном правонарушении составлен на водителей. Нарушители заплатят штраф.